Да. Что ты делаешь? Выруби нафиг. Все, вырубить. Всем привет, это покупки с магазина Метро. Издевайся. Издевайся. Сейчас. А? Что говоришь? Шампиньоны свежие. А этот чек где находится? Сейчас я. Так, ну что у нас шампиньоны? Интересно, кто делает? Россия, Московская область. Это шампиньоны, шампиньоны. Так, 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 журналы различные. От Метро, потом батон. Багет мраморный написано. Корм. Perfect Fit. Это для хорька. Поддержание здорового роста с курицей. Таких вроде как два должно быть. Должно быть два. Вот. Регистрируй код на каждый код, возможность выиграть зонт. Коллекция кружек ждет копибалы. Что-то типа такого. Дальше. Оливки без косточек от фирмы. Ку-ку. Вот эта фирма, какая-то фирма. Взяла попробовать блоки для унитаза. Они очень дешевые. Попробуем, так может понравится. Так, это Брюсу. Это Брюсу. Брюс. Слепой стоп. Вот это тоже Брюсу. Я выбрала для стерилизованных котов. С кроликом. Вот он. Уже увидел свой корм. Так, у нас тут вот такие еще. Фрискасы тоже. Тоже коту взяла. Получается. Там такая вот туалетная бумага. Влажная туалетная бумага от Kleenex. Можно смывать унитаз. Ну, понятное дело. Все ж нельзя ее смывать. Да, за туалетную бумагу можно не смывать. Все, один пакет закончился. Переходим к другому. Здесь у нас Depend, впитывающее нижнее белье для женщин. Интервью запаха. Вот столько капель, здесь 10 штук. Не знаю, не пробовала. Интересно попробовать, как оно будет справляться в качестве прокладок. Чтобы не протекать. Ну, да, не спать ночью, например. ML. В общем-то, там был один размер. Еще восьмерка бывает, но я взяла семерку. Очень интересно попробовать. И влезу ли я у них вообще. Вот. Дальше. Прокладки на грудь гелевые. Максимально впитывающие. Ультрамягкие. 30 штук. 4 капли что-то. Но гелевые. Только что гелевые просили. Просили взять гелевую. Ну, взяла. Солнце, луна. Мне, например, влажные салфетки не очень нравятся. И поэтому я с опаской брала от этой фирмы вот эти вот прокладки. Я про эти прокладки вообще ничего не знаю, что за прокладки. Видно, когда молоко течет. Для кормящих мам, да. Что-то не пишут. Ну... Такие были, такие и взяла. Дальше две шоколадки обошлись. Аленка.
Одно на подарок. Сейчас ребенку в гости поедем. А одну нам останется. Дальше. Лесной бальзам. Взяла попробовать натуральный хвойный экстракт. Какие-то биогранулы. Ну, стали лепить, как всякая хрень. Экстракт женьшеня. У меня лесной бальзам закончился. Вторую взяла. Это цветы, а это лимон. Вторая тоже. Мужу взяла попробовать кукуруза со вкусом сыра. Вот такой фирмы. Я не знаю, что это. Тут попробуют. Тут попробуют, не попробовать. Туалетная бумага. 4 слоя. От папье или как она. В общем, туалетная бумага всегда нужна. Но 4 слоя это вообще классно. Да, брюсечка? 2 пары носков. Так это одна мужских, это вторая. Здесь влезет обычный черно-серый. Вот у нас еще завалялся один корм. Вот такой. У Брюса уже инфаркт. Просит ножик. Я пользуюсь только вот такими ножами. Обычными, древними, универсальными. Вот такими вот. Это мои ножи. Другими я резать не могу. Я начинаю резать сама себя. Ну, пальцы, конечно же. Так что это мой нож. Дальше. Вот такое средство взяла. Мама ультимат. Попробовать концентрат для мытья посуды. Можно детские принадлежности мыть с ароматом зеленого чая. Делает якобы Корея. Классный дозатор есть. Концентрат, соответственно, его можно разбавить, если надо. Кому-то, да? Можно разбавить. Вот, написано, нержавейка, хрусталь, фарфор, посуду мыть. Ну, вообще-то, насчет игрушки я не вижу, видно, игрушки нельзя мыть. Натрий лауретсульфат есть. Динатриевая соль. Краситель, не знаю, хлорид натрия, не знаю, почему можно детские принадлежности. Кто придумал? В общем, ладно. Не скажу, что это по акции было, я просто взяла и взяла. Так, чек. Для стекол и зеркал Glens, голубой лед. Вот такая вот. Куда ты лезешь? Ну куда ты лезешь? Нельзя на стол лазить животным. Нельзя. Ой, все, мы запутались тут. Вот такая, она маленькая. Здесь вообще 500 миллилитров, конечно. Очень маленькая. Что у нас остается? Муж себе взял Colgate, зубная лента с фтором и мятным вкусом для улучшения здоровья полости рта. Вот. И все. И последнее. То без чего, в принципе, я не могу мыть полы. Это вот Glorix. Там выбора не было, был только такой. Это 1 литр. Цветущая яблоня и лаванда написано. Новинка, я такой не пробовала. Все. И вот это все, пакет, смотрим, пакет пустой. И вот это все у нас получается, выходит в городе Ставрополе 2791 рубль. Вот, пожалуйста. Сравнивайте цены со своими городами, если кому-то это интересно.